Семена пеларгонии из анальной Maverick Rose, приобретение, о котором не пожалеет ни один цветовод. Даже новичок способен вырастить из семян прекрасное, обильно цветущее растение, которое при содержании в доме будет радовать своим цветением практически круглый год. Данный сорт отличает цветки малинового цвета с небольшой светлой звездочкой внутри лепестков. Для оформления балкона или террасы загородного дома пеларгонии высаживаются отдельно или в просторное кашпо, так как сорт отлично переносит плотную посадку. При достаточном количестве солнца и регулярном поливе будет цвести весь сезон. Пеларгония зональная Maverick Rose – это однолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок. Пеларгония прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания пеларгонии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает пеларгония зональная Maverick Rose в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Интересные цветы пеларгония могут быть до 10-12 см. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.